Дмитрий Губерний прокомментировать. Ну серьезно, когда я Дим. Могла о таком мечтать? Я смотрю все биатлонные гонки на Матч ТВ, и мне всегда вот интересно, как этому диванному критику, как можно было промазать? Мне захотелось самой попробовать, поэтому огромное спасибо и Матч ТВ, и Мужском спорте, ну вы лично позвали вообще с такими звездами здесь. Я в команде с Иваном Черезовым. Это называется, хотя бы судить не буду, Ваньку люблю просто, он хороший. Иван Черезов, между прочим, не хухры-мухры, чтобы вы понимали. Иван Черезов, вице-спикер Госсовета Удмуртии. Человек не просто какой-то чиновник, который ничего не делает, а наоборот, делает максимум. Поэтому в Ижевске прошли классные соревнования. О, это же Сорокина! Наталья Сорокина прославленная, с ребенком пришла? Вот это я понимаю, биатлонистки новые растут. Смотри, что творится. Новое поколение, да, легендарная Гусева Сорокина сегодня с нами. Это радость и счастье. В общем, друзья, постепенно у нас заполняются трибуны. В 11 часов 40 минут у нас будет инструктаж. О, Макарова! Узнал без грима. Ямал рулит. Ты заметил, после того, как мы на выставке России прославляли Ямал, как круто начал Ямал в биатлоне действовать. Юрий Сукруг тоже известный биатлонист, прославленный мастер спорта международного класса. Ну, Анжелик, расскажи про систему. Друзья, а сейчас список бездельников, которые вышли сегодня на лыжню. Под ваши аплодисменты. Формат нашей гонки таков, что вместе со спортсменами выступают те, кто ни черта не делают. Певцы, артисты и прочие люди, которые, впрочем, зашли в правильную дверь. Это очень важно. У нас, друзья, на нашей одетой вечеринке все заходят в правильные двери. Правильно, Москва! Уже было, все посмотрели, уже впереди новые сериалы. Что ты вспоминаешь, старье всякое. Я просто фанат, поэтому я очень хорошо. Да. Весело сегодня работает, друзья, как вы понимаете. Как настроение, лужники? Молодцы. Поприветствуйте трибуны. Да не меня приветствуют, трибуны. Вадим Иванович, легенда. Вадим Иванович Мерехов, кстати, мы осенью 2001 года еще на канале «Россия» тогда провели первый биатлонный репортаж. Он мой крестный папа, плакал от счастья тогда. Не может. Да, в общем, Вадим Иванович человек. Это он, друзья, внедряет командную гонку, которую вы смотреть не хотите. За что ему, Вадим Ивановичу, огромное спасибо отдельное. Ну, давай дальше объявляйте. Второй парень. Уже услышали и поговорили с Эвой Гаджиевой, который будет в паре с Иваном Черезовым. Друзья, поболеем за наших! Третья пара — Сергей Чепиков и Елена Захарова. Это легенды, друзья. Лену Захарову мы любим, блистательная актриса. Конечно, я говорил ерунду, когда рассказывал про селебов, которые ни черта не делают. В основном это Анжелика Стубайла и я. Но если... О, Светлана Сергеевна Шурова! Сама! Как говорят у нас в Государственной Думе, сама гонка протекает хорошо. Светлана Сергеевна, с каким настроением вы сегодня пришли в Лужники? Всем доброе утро, болельщикам, они уже, простите, молодцы. Пришли заранее, уже нас поддерживают. Рады видеть, наша легенда, красавица, и от депутатов есть польза. Ольгу Назарову все мы знаем и любим. Про Дмитрия Рыжкова хочу сказать, что это мой начальник, друзья, по работе на Матч ТВ. Но поскольку Дима огромный молодец, действительно руководит достойно, у нас очень хорошая команда начальников, мне часто говорят, почему ты говоришь хорошо про начальство? Ну, начальники классные, а сегодня никакой не начальник, а просто начинающий партнер легендарной Ольги Назаровой. Поэтому юному Диме пожелаем удачи сегодня. Удачи, конечно же. Ну и шестая пара — Светлана Слепцова и Олег Новицкий. Друзья, поддержим. Ну, слушайте, Светлана Слепцова представлять не нужно. Это суперлегенда, олимпийская чемпионка, королева биатлона из Югры.
Что касается Олега Новицкого, ну это же летчик-космонавт, герой Российской Федерации. Прославленный отряд космонавтов делегировал своего представителя для того, чтобы в нашей звездной биатлонной гонке он мчался выше стратосферы. Ну, дальше бой. Реально, друзья, поет Анжелика Ступаева. Танцы отвечаю сегодня. Тогда танцуй. Как вы, зрители, разогрелись или потанцуем немного? Уверена, сегодня, друзья, мы станем зрителями еще. Кто еще обожает биатлон? Ну, расскажите, за кого болеете? Вот смотрите, Кубок Сокрутского сейчас, Кубок России. Все время промахивают, что за него болеет? Шансы есть! Твои корни! За новый кружок! Чем корни хорош? Молодой, перспективный, ультраактивный. Вот, какие молодцы! А вы откуда? Москвы, прекрасно! А кто еще приехал? И пусть вся страна, друзья! Объединяет всю страну биатлон! Так, кто еще? Вы откуда? Камчатка, Елизов! Ооо! На рынке были, хоть что-нибудь привезли нас сюда. Кто ж с Камчатки с пустыми руками на биатлон? Вы откуда? Я Калининградской области. Вся страна, друзья, ты же поняла? Вся страна сегодня. Товарищи зрители, комментировать у нас прямой эфир на Матч ТВ. Как всегда, самые главные зрители, они же участники, потому что что показывать всякую разную ерунду на дистанции? Зрители надо показывать. Вот где красота. Вся страна сегодня с нами. Третья пара. Андрей Луковеев и Ника Жукова. Это вообще мощная пара. Она будет бороться за победу. Четвертая пара. Ольга Зайцева, Юрий Борзаковский. Пятая пара. Ольга Почупарова, Кирилл Андреев. Друзья, бегут на лыжах, я думаю, ради полутора километров я же ботинки набираю. Мои дистанции 10, 15, 20. Но это ваши дистанции, а кто еще из футболистов способен больше полутора километров, кроме вас, только Дзюба пробежать? Это удар в пах сейчас. Не то, что удар в пах, а три удара. Алексей, ну это серьезно, вы любите биатлон, скажите? Я люблю, да, действительно. Я, правда, не знал, как называется это ружье или винтовка. Ружье у охотника, у биатлониста винтовка. Я так специально говорю. Да, да, да. Меня поправили. Потому что я действительно пенек в этом виде спорта, когда помню, я же сидел из Барнаула, у нас тут спарили уроки. Я не очень любил залить на лыжах, только ходил. Я именно ходил на них, а не бегал. Но вроде как четверку получал. Алексей Смердин, прославленный легендарный интеллектуал футбола. Лёшу любим, знаем, гордимся знакомством. Ура! Легендарный Дмитрий Малышко, друзья, аплодисменты прославленному нашему олимпийцу. Так, все то же самое. А почему нельзя в финале, допустим, сделать для сильных? Два. От радости, от счастья. СБР! Друзья, вот все это, вот слезы у меня, видите? Счастье и радость. Кстати, на следующей неделе мы показываем в Тюмени лыжи. Мы с Легковым будем комментировать. Ура! Целых два дня. Куда ушел Александр Бах? Иван Владимирович, может быть, сделать инструктаж, как в боксе? Я вам микрофон дам, а вы инструктаж для всех поведете. Друзья, обратите внимание. То же самое выполняет лежа, круг,
стоя и финишируют. Дальше вам сейчас Константин расскажет ваши действия на любом рубеже. Всем участникам привет. По кругу я вам уже рассказал. Всем спасибо.